С отличием. Ну, как бы, учитель Марина Михайловна, можно больше предложить, то, что я, да? В целом на высшее образование, ну, примерно на уровне прошлого года. А на колледж, да, значительно выросло количество заявлений. У нас в этом году на 90 мест больше бюджетных мест. Мечта с детства вообще была то, что мне всегда хотелось помогать людям. Я, получается, сейчас на 40-м месте из 34-х, но я надеюсь, что я пройду. Я не ожидала, что я захочу. И поэтому, потому что мало работала в стоматологии. Ладно, ну, в общем, мы с вами. Потому что денежно? Потому что мало работала в стоматологии. И... Да ладно, ну в общем, мы с вами. Меры социальной поддержки и адекватная оплата труда за этот нелегкий труд сыграл свою роль. Средние цифры по региону. Индикатив у нас по врачам 74 тысячи и порядка 36 тысяч по медицинским сестрам. Еще добавятся места. Ну, вот сейчас ректор сказал, что...